Новые массовые беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме. На Храмовой горе мусульмане начали забрасывать стражи порядка камнями. В ответ были использованы гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули. По данным Красного полумесяца, более 120 человек пострадали. Накануне в мечети Аль-Акса после двухнедельного перерыва прошла вечерняя молитва, на которой собрались более 100 тысяч мусульман. Вернуться на Храмовую гору они согласились после того, как израильские власти демонтировали рамки металлоискателей на входах в комплекс. Их установка и вызвала массовые акции протеста. Напомню, меры безопасности усилили после убийства двух полицейских. Тем временем на фоне обострения ситуации премьер Беньямин Нетаньяху предложил ввести смертную казнь за наиболее жестокие теракты.